Несмотря на победу сегодня, вы покидаете турнир. Можешь сказать, чего вам не хватило в предыдущих двух играх? Ну да, в первых двух матчах мы должны были выигрывать. Не знаю, соперники не особо были сильны нас. И вот сейчас мы фаворитов выиграли и спокойно, думаю, могли бы выходить из группы с первого места, но не получилось в следующий раз. Проигрывали 2-0, но потом завелись. В чем причина? Ну, игра была в основном равна, просто они реализовали свой момент, а мы не реализовали. И потом просто показали свой футбол, голы пошли и вот победили. Я очень рад, что вот, хоть мы вылетаем, но выиграли. На такой мажорной ноте вылетаем. Я очень рад. Стычка в конце матча из-за чего произошла? Это футбол, все ребята горячие, просто, не знаю, как бы заводятся, все, после футбола уже все друзья, все пожали друг другу руку, все забыто, все. Спасибо.